Мы с вами сегодня собрались в преддверии большого, важного, масштабного и такого правильного праздника, как День Народного Единства 4 ноября. Праздник отмечается с 2005 года, но уже довольно-таки полюбившийся не только москвичам, но и всем россиянам. Естественно, правительство Москвы вместе с национально-культурными объединениями, с национальной общественностью... С региональными землячествами, с постпредствами не может оставаться в стороне при проведении таких масштабных мероприятий в нашей столице. Более того, я хочу сказать, что мы проводя нашу работу, конечно, привязываемся к тем или иным памятным событиям, к тем или иным праздникам, но это не значит, что наша работа не идет, скажем так, постоянно в таком ежедневном ключе. Наша работа вместе с национальной общественностью, она идет каждый день, начиная с января каждого года и заканчивая декабрем. При этом хочу акцентировать внимание, что политика правительства Москвы в последние годы существенным образом изменилась. Мы об этом часто говорим, в том числе и на этой площадке неоднократно упоминали. Мы ушли от так называемых праздников, которые проходят для своих. Да? Ну, понятно, что есть те или иные национальные там, или религиозные праздники, которые отмечаются там, в других странах столетиями или даже тысячелетиями. И проводить их в Москве отдельно для той или иной национальности мы посчитали нецелесообразным. Сегодня все национальные, все религиозные... Праздники и мероприятия проходят на открытых уличных площадках, я повторюсь, для того, чтобы абсолютно все национальности, а в Москве, вы знаете, их проживает свыше 160, могли принять в них самое активное участие. Всегда у нас предусмотрены детские площадки, всегда есть мастер-классы, всегда есть концертные программы, всегда есть национальная кухня, что немаловажно и пользуется наибольшим спросом, скажем так, у жителей и гостей нашей столицы. И всегда это такой праздник, который объединяет. Всегда на наших праздниках представители абсолютно разных национальностей. И это очень важно. Понятно, что... Национальная реализация национальной политики в Москве это не только и, может быть, даже не столько проведение этнокультурных праздников да, мероприятий, где мы все поем и танцуем. Это ежедневная кропотливая работа с национальной общественностью, с экспертами, со специалистами, с учеными, со всеми теми, кто вплотную и профессионально занимается этой темой. Вы знаете, на площадке правительства, правительства Москвы э, у нас существует. Единая, единая такая точка, где представители всех национальных культурных автономий могут собираться общаться и обсуждать те или иные вопросы, формировать для себя и для органов власти новые задачи. Эта площадка называется Совет по делам национальностей. В состав совета входят представители всех национально-культурных автономий: и федеральные, и региональные, общественные организации, ученые. Очень кропотливая работа в ежедневном практически режиме она ведет, ведется. И отрадно отметить, что есть уже определенные первые, ну даже не первые, наверное, ежегодные, да, ежегодные результаты этой работы. Вы знаете, недавно у нас принят такой фундаментальный стратегический документ планирования нашей работы в сфере национальной политики. Это стратегия реализации национальной политики города Москвы до 2025 года. Отличительная особенность этой стратегии, помимо всего прочего, то, что э, для нас, для органов власти, есть четкое понимание, что Москва – это город для всех. И вне зависимости от того, какой ты национальности, ты москвич. И исходя из этого, именно с этим подходом мы выстраиваем свою работу и с национально-общественными объединениями, и со всеми москвичами нашей столицы.